тут потворение? Ну да что вы стоите? Да бежите! Вот нет дупляхи! Капец! Привет-привет, друзья! Вы на канале Мульти-Пульти! Всем вкусняшек и мороженок! И сегодня новые приключения ваших любимых аниматроников! Серия называется «Возможно ли обогнать аниматроника?» Но сейчас, как всегда, конкурс комментариев! Кто напишет лучший комментарий про мой канал, подпишется, поставит лайк и нажмет на колокольчик, обязательно попадет в новое видео! Ну что, поехали! Итак, ребята, смотрите, сегодня вас ждет увлекательное приключение, соревнование аниматроников. Итак, выбирайте аниматроника, за которого вы будете болеть. Сегодня будет забег тройной, вернее, три забега аниматроников, и мы будем выявлять победителя. Итак, первый у нас участник — зеленый Бонни, потом идет кошмарный Фредбер, потом кошмарная Чика, потом Спринттрап, я болею за Спринттрапа, чур. Теперь Визер Чика, кто болеет, напишите. Потом Фредди Ред, кому нравится, тоже напишите. Марионеточка, обожаю марионетку, кошмарный Бонни и Бэйби. Ну что, ребята? Выбирайте, за кого вы будете болеть. Ух, сейчас начнется забег. Да. Ну, а старт будет давать Голден Фредди. Голден Фредди тоже люблю, но сегодня он не будет бегать. Итак, ребята, сейчас я покажу, какая трасса ждет наших аниматроников. Смотрите, трасса просто бомба. Это я ее только что создал специально. Смотрите, какие препятствия ждут наших аниматроников. Смотрите, вылазящие стены, ездящие восклицательные знаки, потом кегли, им нужно будет оббегать эти кегли, потом опять всплывающие стены, плавающие восклицательные знаки. Да это еще не все, ребятушки. Так, продвигаемся. Эти восклицательные знаки будут мешать аниматроникам пробегать трассу. Так, еще один знак, еще одна всплывающая стена. Так, знак, потом, смотрите, футбольные мячи, да, их нужно будет тоже оббегать. Смогут ли аниматроники это сделать? Еще одна стена. Капец, вот это я наделал, да. И вот он, долгожданный финиш, ребятушки. Ну чё, ух, сейчас начнется забег. Итак, ребята, возвращаемся на старт. Пишите быстрее, пока не начался забег. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите крутой комментарий и пишите, за кого вы будете болеть. Я сразу, как только начнется видос, прямо сейчас напишу «Спринттрап». А вы выбирайте аниматроника, за которого вы будете болеть. Итак, давай, Той Фредди, старт, давай старт уже. Да сейчас, чё ты? Так, ребята, на старт. Внимание! Марш! Так, погнали. Так, начался забег. Ой-ой-ой, так все ровно бегут. Никто пока не вырывается. Так, Визрачика отстала. Бэйби, что ты там замешкалась? И вот она, первая стена. Так, аниматроники побежали ее оббегать. Ой-ой-ой, столпотворение, капец. Бэйби вырывается. Шесть, за ней зеленый ушастый Бонни. Потом Визрачика, но она врезается. Потом кошмарный Бонни. Капец, вот это жесть, вот это забег, так, кто же победит? Так, но ничего, это только начало, здесь будет куча препятствий. Так, Бэйби, смотрите, застряла, зеленый Бонни вырывается, за ним Фредбер, потом Спринттрап, Фредди Ред, но Бэйби пытается догнать, вернуть свои позиции. Марионетка бежит пятой, некоторые аниматроники бесследно исчезли. Так, Спринттрап вырывается на первую позицию. Ой-ой-ой-ой-ой, помеха, восклицательный знак помешал, и Спринттрап отстает. Так, Спринттрап пятый, марионетка четвертая. Смотрите, Бэйби все-таки вырывается. Она пытается вырвать позицию между Фредди Редом. Так, Спринттрап и зеленый Бонни отстали. Смотрите, ну,
Капец! Первый Фредди Ред, потом Бэйби и Марионетка. Четвертый получается Фредбер. И пятый приезжает Спрингтрап. Шестая Чика кошмарная. Ну, а где же остальные? Где же кошмарный Бонни? Капец, а где зеленый? Зеленый ушастый Бонни. Ай-яй-яй-яй-яй, ребятушки, они застряли. А визоры Чика где? Так ладно, пусть Бонни добегает. О, а вот и визоры Чика, она телепает. Да, да надо бежать, что ты там телепаешь? Да, ребята, вот какие препятствия я сделал. Так, в первом соревновании побеждает Бэйби. Кто? А нет, побеждает Фредди Рэд. Так, вторая. Сейчас будет второй забег, ребятушки, второй забег. Так, готовы? Погнали! Так, начался второй забег. Так, пишите в комментариях, пишите, кто победит во втором забеге. Прямо сейчас на стоп нажмите и напишите, кто победит. Так, пока что бежит первый Фредбер, потом кошмарная Чика. Так, стенка, стенка, стенка! Так, все смещаются. Ну! Фредбер вырывается, потом марионетка бежит. Пока что все аниматроники бегут ровно. Фредбер пока. За ним зеленый Бонни, Бэйби, Фредди Ред, Спрингтрап и кошмарная Чика. Так, опять-опять пропал кошмарный Бонни. Ой-ой-ой, смотрите, крутяк. Спрингтрап вырывается, посмотрим, но он натыкается на препятствие. Все-все. Вырывается зеленый Бонни, вырывается. Так, потом марионетка, потом Фредбер, но препятствие мешает. Так, Бонни побежал отбегать и первую позицию пока что занимает Фредбер. Ой-ой-ой, помеха! Крутяк, и сразу же Фредбер смещается на вторую позицию. Первым бежит зеленый Бонни. Крутяк. За ним Чика, Фредбер, Спрингтрап и марионетка. Да, вот это забег. Лайк, если нравятся мои прикольные соревнования от Мультипульти. Так, Чика, смотрите, Чика кошмарная. Фредбер или Чика? Нет, Фредбер побеждает. Потом Чика кошмарная и Спрингтрап. Потом зеленый Бонни, марионетка и Фредди Ред, да. Крутяк, во втором соревновании побеждает Фредбер, ребятушки. Кто болел за Фредбера, я вас поздравляю. В первом соревновании, кто болел за Фредди Реда, я вас тоже поздравляю. Я болел за Спрингтрапика, и он не победил, как жалко, но ничего. Сейчас будет третье соревнование, ребята, погнали! Так, мощнейший старт, аниматроники делают мощнейший старт. Ну, кто победит в третьем забеге? Ребята, пишите, пишите прямо сейчас. Смотрите. Коля, Спрингтрап начал пихаться. Фредбера начал пихать. Вообще жесть, так? Помеха. Столпотворение. Ну, да с чем вы стоите? Да бежите. Вот нет дупляхи. Капец. И Бэйби, и кошмарный Бонни вырываются. Так, давайте, да давайте, шевелитесь, аниматроники! Капец! Ладно, ребята, это только старт. Поэтому посмотрим, все еще может поменяться, все может в корне поменяться. Смотрите, Бэйби и кошмарного Бонни, и след простыл. А нет, вон они. Так, марионетка пока что бежит первой. За ней кошмар Бэйби и кошмарная Чика. Кто же победит в третьем забеге, ребята? Так, смотрите, как они хорошо пробегают препятствия. Им повезло. Фредбер почти последний. Зеленый Бонни отстает. Вообще его не видно. Так, марионетка, кошмарный Бонни и кошмарная Чика. Так, вот это крутяк. А нет, смотрите. Визоры Чика и зеленый Бонни все-таки бегут. Отлично, молодцы, все еще может поменяться. Так, помеха. Опа, Спрингтрап замешкался. Пока что марионеточка бежит первая. Так, ну.
Повезло с препятствием, ой-ой-ой-ой, с трапа не повезло. И девочки вырываются. Марионетка и кошмарная Чика вырываются на первую позицию. Жесть. Ладно, с принтра бежит шестой. Потом, кто же бежит третьим и четвертым? Смотрите, первыми бежали Бэйби и кошмарный Бонни. И они застряли в препятствии. Жесть. Фредди Ред занимает пока третью позицию, четвертую спринт-трап. Так. Ну, спринт-трап опять врезается. Марионетка врезается. Фредбер вырывается. Так. И пока что на первом месте кошмарная Чика. Потом марионетка. Фредбер ускорился. Фредди Ред. И пятым бежит спринт-трап. Да, ребята. Жалко. Кошмарная Чика. Смотрите, как она наваливает. Даже след ее простыл. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ребята, кошмарная Чика занимает, она финиширует и занимает первое место. Потом марионетка и Фредди Ред, да. Ну, Фредбер ли спринт-трап? Эх, Фредбер пятую позицию занимает спринт-трап. Да, ребят, эх. Ну и что, поздравляю. Поздравляю всех, кто болел за кошмарную Чику. Она победила, а следовательно победили и вы. Так, смотрите, опять телепает визоры Чика. Ну, а где зеленый? Где зеленый Бонни? Капец, вот где он делся? А где кошмарный Бонни? А Бэйби где? Ладно, ребята, сейчас я посмотрю, где там они застряли. О, а вот и Бонни, капец, что ты бьешься головой о стенку? Так, ладно, почесал. Ладно, я... Последний шанс предоставлю Бэйби и кошмарному Бонни. Они ни разу не сфинишировали. Так, ладно, сюда. Так, Бонни, погнали. Интересно, ребята, последний шанс называется. Ну чё, кто победит? А ну-ка, ставочки, ставочки. Кто победит, Бэйби или кошмарный Бонни? Ребятушки, не знаю, кто победит, за кого болеть, не знаю. Сами пишите, прям лайк ставьте, обязательно лайк. Крутой комментарий пишите и напишите еще, какие устроить мне соревнования. Может, со злодеями побегать, может, с той аниматрониками. Короче, напишите, какие мне еще устроить соревнования. Так, смотрите, как они ровно бегут. Ноздря в ноздрю. Кто же победит? Бэйби или кошмарный Бонни, ребятушки? Так, ну кто? Так. Неужели Бэйби? Ты чё? Бэйби, да бежи ты! И выигрывает кошмарный Бонни. Бэйби, ты чё? Финиш-то тут-то? Она вообще, она мозгами долбанулась, когда бежала первые два раунда. Ладно, ребята, вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Люблю, целую ваш Мультипульт. Обожаю вас, ребята. Все, пока, пишите крутой комментарий. Обязательно.